Черногория – это горная страна, богатая на реки и озера. А значит, в дождливые месяцы и в момент таяния снегов есть большой шанс увидеть шикарные водопады. В этом видео я покажу вам мой топ-15 самых красивых и легкодоступных водопадов. А начнем мы с моего самого любимого водопада Цирняк. Им можно наслаждаться круглый год. Находится он в деревне Горня Биела, это в 20 минутах езды от Шавника. Этот водопад необычно раздваивается на два рукава, создавая природный бассейн, где вам точно захочется освежиться в летнюю жару. В былые века Цирняк нес важную функцию. На его потоках стояли водяные мельницы и мололи зерно на муку. Ну а сейчас тут остались лишь руины мельниц. Бечичи и Рафаиловичи – самые популярные курорты для семейного отдыха. Но мало кто догадывается, что над отелями и пляжами прячется красивейший водопад. Слева от деревушки Чучуцы течет река. Именно здесь и стоит искать водопад. Лучше всего тут бывать в первой половине дня, когда лучи солнца падают на воду. Люди, кстати, купаются здесь круглый год. Сегодня и небо красивое, и водопад, а еще и бассейн какой изумрудный. Тропа, конечно, такая, невеселая. Когда дожди, она скользкая, поскольку глина. Кроме водопада, в этой локации есть еще пещерка. Ее очень хорошо видно под церковью в метрах 100. Если ваша одежда не боится колючих кустов, заберитесь наверх. Мы решили ее исследовать. Говорят, там туннель какой-то. Взяли специальный фонарь. Тропа, конечно, идет вдоль скалы и колючек. Будьте аккуратны, не поцарапайте одежду. Видел, какая стена красивая? Пупырышку. Ну, как будто штукатурочка такая, да, в квартире? Он не регулируется, да, фонарик? Он просто... Нет, он просто светит. Лёх, ну какие впечатления? Их жарко просто, капец. Да? Да. Там душно очень. И, кстати, полно пауков. Пауков? А, огромные. То есть, кто боится пауков и закрытых пространств? Ну, они такие, типа, с тоненькими ножками, но они, блин, размером колированными. И такие все, что тебе смотришь. Слушай, а сталактиты есть? По бокам пока есть только вот. Вот они по бокам, где водичка стекает, такие прям ноги такие образовываются. Очень красиво. Я смотрю, ты утомился. Да, но полазить... Потому что основательно приходится, пещера не сквозная, сквозняка нету, внутри достаточно душно, но очень интересно, стопудово она проходит под всей горой. Вот это Бечича, да? Мы живем столько лет и впервые залезли в эту пещеру. Thank you.
еще один шикарный водопад прячется в каньоне реки Мертвица. Его можно увидеть и летом, и зимой. Он одинаково хорош. Единственное условие – вам придется пройтись пешком до этой красоты. Старт похода начинается у деревни Меджуреча, и есть он с двух сторон реки. Но после водопада не разворачивайтесь назад, а пройдите хотя бы до врат желаний. Если будет жарко, искупайтесь здесь в горной реке, ну или устройте пикник. Есть легенда, что в эти врата нужно бросать камень в реку и загадать желание, которое обязательно сбудется. Правда, камней на этой площадке уже давно нет, поэтому подбирайте заранее. Из-за повисшего мха на деревьях, высоких скал и изумрудной воды место выглядит как из сказки. Маленькую паузу. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться. Это очень важно для развития моего канала. Ну что, друзья, посмотрим, какая водичка. Искупаемся под вратами желаний. На вратах желаний вы можете закончить поход и повернуть назад. А можно удлинить маршрут и еще пройти час-полтора до тропы в скале, которую выбили динамитом в 73-м году, чтобы соединить две деревни. Называется это местечко Мертвички-Греды. Переместимся с вами на морское побережье, в старый город Бар. В его окрестностях у подножия горы есть 5 каньонов рек, создающих красивые каскады из водопадов и бассейнов. И некоторые из них используют альпинисты для каньонинга. Если вы хотите окунуться в детство, поднять адреналин в крови, то вам точно стоит полетать на тарзанке водопада Вертляк. Кстати, пару лет назад дорогу к нему забетонировали, облагородили паркинг и поставили летнее кафе с напитками. И вниз от паркинга есть развилка, идет вот такая узкая дорога, по ней пешком водопад. Летом купальник, кроксы и полотенца брать обязательно. Ну а еще можно дополнительного человека, кто вас будет ловить с тарзанки, если не намерены купаться. Клуба гедонистов чизкейк с вином. Ловите мужа моего! Еще раз качайся. Не, ну есть шанс искупаться сегодня еще, видишь? Как водопад? Берем интервью. Просто освежает, бодрит. А еще чашка горячего кофе.
Которской бухте несколько раз в году нарушает водопад Сопот. Это горный источник в Рисане, бьющий из пещеры и падающий в море. Его мощью и красотой можно насладиться только после затяжных дождей, а это нечастое явление летом. В пещере Сопот были найдены остатки тысячелетней керамики, что является доказательством, что люди веками ходили сюда за пресной водой. Но еще в Рисане есть другой бурный поток воды с небольшими водопадами рядом. Он находится в пещере Спила, это прям за школой. На пути, правда, будет преграда в виде забора, но мы всегда находим путь, как пробраться. А летом река пересыхает, и в пещеру легко зайти внутрь с фонарем до небольшого озера. Многие из вас бывали на Черном озере в национальном парке Дурмитор. Но мало кто видел природный феномен – водопады Челины. Они появляются в середине мая и до начала июня. Иногда можно увидеть и в декабре. Из-за таяния снегов вода аккумулируется в резервуары под вершиной Малый Медведь. И с увеличением давления земля как будто взрывается в нескольких местах, извергая десяток водопадов. Любоваться горными потоками Челины лучше со стороны у Малого озера, но можно и подойти к падающей воде совсем близко. Чтобы не пропустить появление этого водопада, подпишитесь на мой телеграм-канал и инстаграм, я всегда публикую это событие. Самый распиаренный водопад в Черногории находится у главного города Подгорицы. Он спрятан среди виноградников и персиковых садов винодельной плантажи. Черногорская Ниагара, к вашему удивлению, рукотворная. Находится в каньоне реки Циевна, где до 1912 года проходила граница Королевства Черногории и Османской империи. Более чем полтора века назад люди специально построили водопад для водяных мельниц и ступ для стирки и валяния шерсти. Скорее всего, дело было в августе, когда река сильно пересохла. Но как только начались дожди, Ниагара своей мощью разбила построенную стену. Следующим летом строительство этой дамбы повторили, но вода зимой ее вновь обрушила. Легенда гласит, что подсказала секрет прочности одна бабка. И между камнями положили слои овечьей шерсти, которая задерживала воду. А Ниагарой водопад назвали уже в наше время местные жители, которые эмигрировали в Америку. Возвращаясь домой в отпуск и отдыхая у горной реки летом, они сравнивали водопад с Ниагарским. Вот так и приклеилось название.
Посетить это место может каждый, вход сюда бесплатный. Но вам придется пройти мимо ресторана Ниагара и устоять от вкусных запахов, чтобы не присесть на обед. Один из самых мощных горных потоков Черногории можно увидеть в регионе Скадарского озера. Загляните в деревушку Поселяне, которая находится посреди старой дороги от Верхпазара к реке Цирноевича. Когда-то на этом потоке стояло 14 водяных мельниц. Заработок от них кормил всю деревню. Но сегодня никто не возит на ослах или лодках мешки с зерном. Муку можно купить в любом супермаркете. Зато горный поток, как каскадный водопад, привлекает туристов. И летом в жару я настоятельно советую вам в нем охладиться. Многие из вас видели реку Герджевица в Будве, которая впадает в море на Словенском пляже. Так вот, в поселке Марковича над городом эта же река создает водопад высотой около 8-10 метров. Есть у меня подозрение, что каскад был построен специально для мельницы, ну либо других хозяйственных нужд. Об этом говорят руины старого здания справа от водопада. Так как мы были тут в январе, успели еще насладиться подснежниками. Каковица, наверное, самый высокий водопад, который я видела в Черногории. Высота доходит до 70 метров. Обязательно сверните с трассы Шавник-Жабляк в местечке Пашченье. Для начала полюбуйтесь двумя пашченскими озерами, а затем отправляйтесь к истинной цели. Водопад Скаковица нельзя увидеть круглый год. Он появляется периодически. Примерно с конца октября до начала июня. Кстати, находится в 100 метрах от самого труднодоступного каньона Черногории – Невидио, наполняя водой реку Комарница. Обязательно прогуляйтесь до входа в каньон.
Это малоизвестная река, но абсолютно уникальная. Сюда приезжают люди, которые очень любят экстремальный каньонинг. Прыгать со скал в какие-то бассейны, природные, естественно, бассейны с водой. И вот так вот с преградами переходят этот каньон, тратят много сил, но получают массу адреналина и удовольствия. Только в 1965 году был открыт каньон Невидио. И, как вы понимаете по названию, его просто было не видно до этого времени. И было очень тяжело исследовать. С июня по сентябрь можно пройти каньон Невидио с организованной группой и лицензированным гидом. А правда, физической силы это развлечение потребует у вас немало. Но и тут вас ждут мини-водопадики. Самостоятельно это невозможно сделать. Вам потребуется оборудование, гидрокостюм и знание проводника. Вы можете обратиться к черногорским гидам из Шавника или к нашим ребятам, кто организует каньонинг в этом регионе. Следующий водопад мы нашли случайно у Катуна Мокра. Это по пути к Букумирскому озеру. Высоченный, многоступенчатый водопад получается здесь из-за таяния снегов. А на карте обозначен просто как река, поэтому название я не знаю. Близко к нему мы не подходили и наслаждались со стороны. Когда-то в Катуны, как и в Катун-Мокро, на летнее время пастухи со скотом уезжали от знойной жары на альпийские плодородные луга. Ну а сегодня в этих горах активно развивается туризм. Можно арендовать домик на ночевку, покататься на лошадках и сходить в поход к Риковачкому озеру. И пока мальчишки снимали его дроном, мы бегали по полянам с горными цветами. На видео месяц май. А к моему любимому Букумирскому озеру от Катуна Мокро ведет прекрасный асфальт. Какая красота! Кажется, маленькое озеро, похожее на лужу. Но на самом деле это одно из самых красивых ледниковых озер Черногории. Называется оно Букумирское. Но мне нравится, наверное, не сколько само озеро, а пейзаж вокруг. Эти горы выше, чем 2000 метров, эти горные цветы, обязательно снег в мае, в июне. Пока у нас там на море жара, тут прям, ух, зима. Вблизи Будвы есть еще одно местечко с водопадами, скрытое от глаз туристов. Находится в каньоне реки Дриновштица. Ну что ж, мы в каньоне реки Дриновштица.
Была бы я не я, если бы еду не нашла. Земляника цветет под нашими ногами. Дорожка классная, красивая, видите, вся в зелени. Кстати, весной она мне понравилась больше, чем осенью. Все-таки природа, когда оживает, она красивее, все цветет. Вот. Ну и в ноябре нам тут тоже показалось кайфово, потому что после ливней были очень красивые водопады. Так что рядом с Будвой есть и красивое природное место для легкого хайкинга всей семьей. Берите с собой палочки, отпугивайте, ну мало ли, змей. Не бойтесь, просто надо отпугивать. И отправляйтесь в поход. Старт тропы находится в местечке Ластва-Грибальска, ну а финиш в деревушке Крапино, где находится ресторан «Рыбняк» с рыбной фермой и тоже мини-водопадиком. Если вы путешествуете с детьми или у вас просто нет сил на поход, тогда посмотрите первые два водопадика, они находятся после старой водяной мельницы, и разворачивайтесь назад. Если вы готовы к небольшому подъему, то на пути вас ждут еще каскады водопадов. Обращайте внимание на маркированную тропу с желтыми указателями. Они помогут вам не заблудиться. Если же вы любитель приключений, тогда отправляйтесь на каньонинг. Он тоже проводится по каньону реки Дренавштица. Следующая локация находится в национальном парке Проклетия, самом отдаленном от морского побережья. Небольшой водопад Гырля высотой 15 метров – обязательная пауза в красивейшей долине Рапаяна. Осенью этот водопад не поражает воображение. Зато в мае и июне можно увидеть его мощь во всей красе. А создает водопад Гырля река Скаковица, по которой назван другой природный феномен – изумрудный водоем Ока Скаковица. Прогуляйтесь 1,5 километра к нему или подъедьте на джипе. Это местечко навсегда останется в вашей памяти. Следующий водопад прячется в северном регионе Черногории, между городами Белое Поле и Мойковац. Водопад огромный. Здесь протекает река Лиштаница длиной 4800 метров и почти у самого истока создает многоступенчатый водопад. Чтобы попасть к водопаду, с магистрали нужно свернуть в местечке Тамашево и останется проехать 7 километров частично по грунтовой дороге. Эта красота могла исчезнуть несколько лет назад. Власти хотели построить мини-гидроэлектростанцию, но жители отстояли реку в первозданном виде. Водопад Скакала идеально совмещается в маршрут с меандрами реки Чехотины
каньоном реки Тара и Биоградским озером. Следующий водопад находится на реке Араховштица. Географически это недалеко от Вирпазара и Скадарского озера. Старт пешей тропы начинается от Бабиного моста. Мы снимали в марте, когда река была бурная, а зелень еще не появилась на деревьях. А вот в честь какой бабы назвали этот мост, мне неведомо, но видно, что он очень старый. Местный энтузиаст Радован Побар и его жена Юдит, швейцарка по происхождению, с помощью своих друзей недавно сделали старые тропы снова проходимыми. Одна от Бабиного моста ведет к местечку Апачец и второму каменному мосту, а вторая идет в сторону поселка Дупила. И вот там-то и прячутся водопадики. Нет, вот дорога идет. Синенькая дорога вдоль речки. Наш информационный табло вот, Бабин мостик вот. Вот можно по асфальту поехать в сторону деревни Дупила, а можно, видите, с двух сторон от моста есть тропы. Можно дойти до местечка, где есть водопадики, искупаться. Вот. Есть тут еще место для купания. Чтобы не пропустить водопад ниже деревни Дупила, ищите глазами старую мельницу с красной надписью «Waterfall». Именно за ней и прячется проход к нему. Дупила – это несколько поселений в каньоне реки Араховштица с старинной архитектурой, гумнами, церквями и даже виноградником. Связали эту местность автомобильной дорогой с Вирпазаром лишь в 1959 году. А без дороги деревня была практически изолирована из-за своего географического положения. Но этот регион сильно опустел после разрушения от землетрясения 1979 года. Люди поехали поближе к цивилизации, и старые пешие тропы у реки Араховштица заросли растительностью. Откройте для себя этот регион вблизи Скадарского озера и насладитесь прохладой горной реки с природным бассейном. Узнать геолокации этих водопадов вы можете благодаря моему путеводителю и двум картам. Одна для Google Maps, а другая для Maps.me. Также мой путеводитель включает и туристические локации, и секретные места. Классные рестораны, хорошие пляжи, винодельни, фермы устриц, красивейшие горные озера, пещеры, церкви и, конечно, пешие походы по всей стране. Ссылку на путеводитель я оставлю в описании под видео.